В эфире программа «Разворот» на «Эхо Москвы» в Сызрани. Меня зовут Дарья Ноекова, и сегодня у меня в гостях персональный тренер фитнес-клуба «Актив», призерка областных чемпионатов по боди-фитнесу Татьяна Горланова. Здравствуй, Тань. Привет всем. И разговаривать мы будем про идеальное тело. Почему такую тему решили завести? Все-таки скоро лето, одежды становится все меньше. И, как говорится, есть такая поговорка: лето покажет, кто что ел. Да, кто тренировался, а кто ел по ночам в холодильнику, подходя. Вот, и, Тань, первый вопрос к тебе. Чем вообще полезен спорт? Многие говорят, спорт – это жизнь, вообще это так полезно, это так хорошо. Чем? Ну, во-первых, большинство людей спортом не занимаются. Спорт, он не всегда полезен. Это для людей, которые очень сильны физиологически, у них очень хорошая генетика, и они уже занимаются им профессионально. Большинство людей занимается физкультурой. То есть физкультура, она всегда лечебная, она всегда полезна, особенно если правильно подобранная. То человек, занимающийся этой физкультурой, он получает максимально нужный для себя результат, особенно если у него есть какие-то определенные знания или рядом люди, которые обладают определенными знаниями в данном типе, можно так сказать, физкультуры. Потому что спортом мы не можем это назвать. То есть физкультура – это вот как зарядка, да? Утром делаешь зарядку, или в школе вот у нас была физкультура? В школе была физкультура раньше, она более была нацелена на какое-то развитие, сейчас уже такого мало. Вот, и большинство людей уже сейчас в данный момент, зарядка им мало. По утрам люди встают, что-то делают, но им этого мало, потому что, во-первых, хочется себя утром пожалеть, да, утром встали, хочется сразу что-то поесть, потом уже думаешь, ну ладно, завтра я буду заниматься чем-то. Или максимум, что сделали легкую растяжечку, понаклонялись, покачали пресс. Ну, то есть в обиходе обычного обывателя этого достаточно для того, чтобы поддерживать себя в форме. Этого на самом деле мало, особенно при сегодняшнем образе жизни. Если раньше люди больше двигались и зарядки им с утра было достаточно, то сейчас люди фактически сели на одном кресле, с него встали, дошли до машины, доехали до дома, до супермаркета, там прошлись, пришли домой, купили очень много калорийной еды, пришли домой, все это съели и легли спать. Фактически шагов, пройденных за день, оказалось очень мало. И в итоге та зарядка, которую с утра сделана человеком, она не покрывает расхода, прихода этих калорий, которые он вечером наел. Ну и даже не вечером, и утром, то есть еда вся калорийная, и человек, ну, такое существо, оно ленивое, будем так говорить. Ну да, это как легла покачать пресс, лежала, уснула. Да. Вот. Таня, а почему именно к лету? Почему люди не поддерживают себя в тонусе круглогодично? Ни зимой, ни весной, осенью, а вот именно все повально начинают к лету худеть? Ну, потому что, во-первых, после Нового года неожиданно люди понимают, что у них начинаются проблемы с фигурой, то есть еще до Нового года как-то пытаются влезть в платье, хорошо выглядеть, то потом бесконечные праздники отражаются, и люди набирают по 10, по 15 килограмм, ну, видел, которые 20 килограмм за праздники набирают. То есть просто едят, вот за период этих каникул. Да, за период каникул, и потом, когда они приходят уже в тренажерный зал, он говорит, а мы вот на 15 килограмм поправили за период праздников, что нам сделать? Во-первых, просто надо себя постоянно как-то держать в каком-то тонусе. Во-вторых, это все та же людская лень. То есть, если бы человек хотел постоянно себя держать в хорошей форме, он бы ходил круглый год. Ну, у меня очень много знакомых, которые себя круглый год содержат в хорошем. А большинство людей просто из-за того, что они думают, что за 3 месяца они себя придут в идеальную форму, они приходят в этот период, думают, 3 месяца этого достаточно. Ну, вот я одна, наверное, из таких людей, как раз, которая за 3 месяца пыталась привести себя в форму. Вопрос, который у нас на голосовании сегодня прозвучит, следующим образом. Считаете ли вы, что ваше тело готово к лету? Если вы считаете, что да, 916-416. Если вы считаете, что нет, 916-417. Звонок бесплатный. Также, как и звонок в прямой эфир, вы можете позвонить, задать Татьяне любой абсолютно вопрос, касаемый спорта, либо фитнес-клуба «Актив», в котором Татьяна является персональным тренером. 98-46-46. Или пишите смс-сообщение номер 8-927-744-55-55. Таня, у меня такой вопрос. Вот ты говоришь, что во время праздников набирают вес. А есть те люди, которые, ну, они всегда такие. Вот всегда в форме, всегда в весе. И у них приходит осознание, вот, не к лету, а просто, что нужно как-то убирать.
Ну, таких людей меньшинство, конечно, но обычно эти люди обладают очень большой силой воли. Если они что-то решили, то они обычно идут и делают это до конца. То есть в голове поставили себе просто мотивацию идеальную. И идут медленными шагами, постепенно, постепенно. Вот. На самом деле все не так страшно, как может показаться. То есть большинство людей, надо понимать, что это не... Если вы вчера пили алкоголь, потом ели шашлык и курили, а с сегодняшнего дня вы решили начать новую жизнь, то есть сели на листья салата, утром сделали зарядку, а вечером пришли в тренажерный зал, то так резко жизнь, конечно, нельзя менять, потому что организм он привыкает к определенному состоянию, и если его вот такие крайности кидать, он просто не выдержит. Поэтому в большинстве случаев не надо себя насиловать, не надо себя очень ограничивать, достаточно просто делать какие-то маленькие шажочки по направлению к здоровому телу, и тогда постепенно все наладится. То есть не обязательно вот сегодня я сижу на листе зеленого салата и запиваю все водой, собранной из горных ручьев Эльбруса. А завтра сижу на буром несоленом рисе. Да, да, да. Вот. Достаточно просто правильно питаться. Кстати, люди, которые, вы замечали, наверное, которые худощавые, они очень много едят, да? Да, вот всегда так, почему-то. Потому что они просто выбирают правильные продукты интуитивно. И едят часто и небольшими порциями, потому что им не надо большие, потому что они всегда наедаются. Вот, поэтому, а люди, которые склонны к отложению жира, они обычно не любят завтракать. То есть они встали, выпили кофе, потом в обед что-то так поклевали, а вечером приходят домой, и организм понимает, что у них так много накопилось чувство голода, что они все готовы съесть, что есть в холодильнике, а в холодильнике обычно лежит что-то очень калорийное, что обычно калорийное, да, людей привлекает. Потому что позволяет быстро получить удовольствие, насытиться. Вот. Поэтому надо смотреть, что едят люди, которые худощавые, и, в принципе, там ничего сложного нет. Достаточно просто соблюдать минимальные правила и больше есть. То есть, чаще. На самом деле, чаще и больше есть, и тогда организм будет все правильно понимать. Поэтому, когда мне приходит и говорит, я сижу 3 дня на кефире, я не знаю, что мне делать, почему-то у меня все ногти обломились, ресницы выпали и волосы тоже, вот. Но я не худею, я говорю, потому что жир – это единственная ткань, которую организм будет всегда хранить. Он сначала высушит волосы, потом высушит все мышцы, после этого он дойдет наконец-то до жира. И потом в определенный момент, когда человек начинает более-менее нормально возвращаться к привычному питанию, все единственное, что у него еще откладывается, это жир, потому что организм боится, что его снова будут так мучить, надо побольше запастись. И в итоге человек еще в 2 раза толще становится, просто элементарно соблюдая какие-то обычные правила питания. А есть какая-то группа продуктов, которые вот нельзя есть? Я много раз слышала, говорят, картошка – это зло, макароны – это зло, да, есть там, ешьте салатики, ешьте что-то легкое. Есть вот группа продуктов, которые худеющим людям строго-настрого запрещена. Ну, вообще, я против всегда различного фастфуда и метода жарки приготовления, потому что продукты превращаются просто в транжиры, которые ломают наши гены. То есть они попадают в организм и начинают просто коверкать генетический фон. А все остальное, в принципе, можно, потому что наши предки питались так же, то есть ели мясо, ели ту же картошку. Просто надо учесть, что вот если мы потребляем 5000 калорий, нам надо 5,5 израсходовать. Здесь 2 пути есть. Либо вы едите сколько вы хотите, но расходуете больше, чем вы едите. Это сейчас можно легко посчитать, используя различные таблицы калорийности. Или вы мало расходуете и мало едите. То есть некоторые сидят на 500-700 калорий в день и как бы нормально себя чувствуют. Не доходит это до паранойи вот у худеющих людей, считать каждую калорию, высматривать на продуктах, сколько написано. Это, мне кажется, превращается действительно в паранойю. Да. Нет, это у людей, которые страдают паранойей, она превращается в паранойю. А обычно как бы не происходит такого, потому что
ну, просто человек начинает ориентироваться на какие-то данные, да, то есть он подошел, почитал, там, ой, здесь так много Е, я не буду этот продукт брать, а в принципе никогда паранойи нет, потому что он приблизительно уже знает, вот здесь 100 грамм куриной грудки, я вот это съем, и мне как бы будет хорошо и нормально. То есть уже на глаз может определить, сколько и когда ему надо есть. Потом организм саморегулируется через годик, и он уже больше не хочет съедать. Вот. То есть он уже не хочет съедать, и поэтому нет уже такой проблемы. Фактически, чтобы человеку привести к нормальному весу, надо где-то в течение года-полутора худеть. После этого год-полтора ходить в этом весе, тогда организм не будет стремиться вернуться к тому весу, который он был до этого. То есть это трудоемкий процесс, это не вот как пишут во всех интернет-изданиях, просто в журналах. За неделю 10 килограмм. Нет, вы похудеете на 10 килограмм, но вопрос, что это будет за 10 килограмм и как вы себя будете после этого чувствовать. Будете лежать на кровати, минус 10 килограмм встать не сможете, скорее всего, так и будет. Вот ты говоришь по поводу веса, да, идеального для каждого человека. Тут же зависит от роста. Очень многие сейчас пишут, что нужно вычитать из своего роста 110, тогда будет твой идеальный вес. Есть какие-то сложные формулы. Может быть, это как-то зависит от широты костей или же... Ну, вообще от чего? Всего... Вот как высчитывается, что такое идеальный вес? Да, его, собственно говоря, не существует этого идеального веса. Человек может выглядеть, например, на 55 килограмм, весить 65 килограмм, или выглядеть на 60 килограмм, весить 50 килограмм. То есть все зависит от состояния, количества жира в организме. Вот. То есть до того, как я стала заниматься, я весила где-то 64-62 килограмма. Сейчас я вешу 78, и я выгляжу худее, чем я выглядела в 62-64 килограмма. Потому что у меня ткань постепенно жировой стала преобладать мышечная, а она тяжелая. Поэтому мне никогда не говорят, что я там много вешаю. Поэтому люди, которые, особенно девушки, боятся, которые придут, ой, у нас сейчас мышцы начнут расти, можно даже не бояться этого, потому что у женщин просто такой гормон фактически отсутствует, тестостерон, и мышечные объемы у них не растут, как бы они ни работали в тренажерном зале. Идеальный вес, в принципе, я высчитываю по объему лодыжки и объему запястья. Если, например, мужчина может обхватить свое запястье полностью, значит, у него тонкая кость. Если он не может обхватить свое запястье полностью, значит, у него толстая кость, и он больше склонен к набору и жира, и мышечной ткани. То есть это не так плохо, на самом деле, иметь толстые кости. Это значит, что они очень крепкие. А у женщин? У женщин, если больше 15 сантиметров есть объем запястья, значит, у нее уже идет больше 16. Это значит, уже идет толстая кость, и значит, склонность к набору мышц и жира. То есть, скорее всего, в данном случае будет больше объем жира. Вот. А если меньше, тонкокостный организм, и для него неестественно носить на себе ни мышц, ни жира. То есть, если девушки такие имеют лишний вес, это, скорее всего, с гормональный сбой, связанный с неправильной едой и приемом алкогольных напитков. И, может быть, какой-нибудь сбой внутренних органов, нервной системы, это же тоже влияет на избыточный вес? Влияет, но, скорее всего, все идет все-таки из пищеварительной системы, потому что она первая дает толчок, все остальное потом за ней идет. То есть... просто неправильные продукты. Вот сейчас многие девушки молодые страдают такой ситуацией вес 40 килограмм. Многие группы в социальных сетях 40 килограмм – это лучший вес. Изморяют себя голодом, спортом. Я не знаю, как это правильно, спорт или это как раз-таки физкультура, та самая, про которую ты вначале говорила. И для них при росте 1,75 м иметь вес 40 килограмм, они считают, что это норма. Далее следует анорексия, тяжелейшая и страшнейшая болезнь. Вот как найти вот этот баланс, когда нужно остановиться? Остановиться надо регулярно, смотря на себя в зеркало и спрашивая мнение окружающих, смотря за состоянием своей кожи. У нас есть телефонный звонок, мы примем и потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышу вашу передачу, мне очень интересно слышать, что правильное питание, все правильное. И то, что какое нужно жировую прослойку иметь, какую, что вредно. А скажите, пожалуйста, вот соотношение питания тела и
соотношение мозгового процесса, вот как там происходит у вас. Вы на этом останавливаетесь. Я не знаю, девушка, беседник, кто она представляет, какую линию поведения. Просто мне вот интересно вот это вот питание, состояние тела и мозгов. Вот это вот. Спасибо большое за вопрос. Татьяна, я, наверное, правильно поняла вопрос. Да? Все говорят, что спортсмены качки тупые, да? То есть вопрос звучал так. Как вы соотносите питание, спорт и умственное развитие? Не знаю, я не считаю, что спортсмены люди тупые, особенно качки, потому что, чтобы понять, как работает твой организм, как работает твое тело, надо знать физиологию, угу, анатомию, химию, биохимию, даже математику. То есть очень много всего надо знать, чтобы разбираться, как правильно сделать упражнение, какие процессы в организме идут и так далее. То есть если человек просто зациклен, например, на спорте, это может как вызывать у другого человека то, что он туповат, потому что, в принципе, ничем другим он не интересуется. Но это могут быть из любой сферы люди. То есть вы можете в любой сфере пообщаться и найти такого же неэрудированного человека, который, вот, например, может только на заводе но с дряблым что-то телом делать. Ну да, с дряблым телом. Вот, поэтому... Я не считаю, что качки тупые. В основном, когда я общаюсь с людьми на соревнованиях, они очень умные, очень эрудированные люди, которые интересуются различными видами, не только физической, но и интеллектуальной какого-то развития своего. Ну, как говорят, в здоровом теле здоровый дух. Да, да. 98-46-46 – это номер для ваших звонков. Звоните, задавайте свои вопросы Татьяне. Также я напомню, что у нас действует голосование. Считаете ли вы, что ваше тело готово к лету? Если да, 916-416. Если нет, 916-417. Звонок бесплатный. Мы вот до звонка говорили про девушек, которые не могут остановиться и худеют, что приводит к анорексии, про которую сейчас трубят наверняка все журналы. Не дают нам договорить на эту тему. Есть у нас звонок. Алло. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Михаил Станиславович, можно услышать? Вот, попали к нам в прямой эфир, попросили кого-то другого. Вот, сейчас во всех журналах трубят об этом, говорят на всех телеканалах, радиостанциях, что пора выпускать на подиумы, да, модели немножечко побольше размером, чтобы девочки перестали смотреть на эту худобу. Вот, и у меня вопрос, как остановиться? Во-первых, пропаганда, на самом деле, здорового образа жизни, мне кажется, сейчас она очень активно идет, потому что девчонки уже на самом деле смотрят и сравнивают моделей, например, Victoria's Secret, да, и взять моделей Victoria's Secret последнего там поколения спортивных, если смотреть на них, то там девушки, да, худые, но они не так смотрятся, они не такие подтянутые, не такие, может быть, они более стройные, но это называется худой жир, то есть мышц нет, сверху чуть-чуть жира и остальные кости. А другие девушки, фитнес-модели, они на самом деле вызывают чувство уважения, красоты, то есть они абсолютно не перекачанные, абсолютно хорошо выглядящие девушки, уверенные в себе. Поэтому, во-первых, пропаганда, а во-вторых, просто надо смотреть на себя, если на самом деле у тебя уже проблемы со здоровьем, то в основном это делают девушки, которые не уверены в себе, у которых есть проблемы с противоположным полом, как бы они ни убеждали, что... Они хотят там нравиться себе или еще кому-то. Они хотят в большинстве случаев нравиться другим людям и противоположному полу. Но я могу уверить в том, что никто на очень худых девушек смотреть точно из противоположного пола не будет, потому что я, когда была на первой сушке, ну, готовилась к соревнованиям, похудела очень сильно, там, килограмм на 15, вот, и единственное желание у противоположного пола, когда она меня видела, хотела покормить. Накормить. Да, то есть больше никаких чувств я у них не вызывала, поэтому большинство девушек вызывает у них такое чувство, вот, они, может быть, принимают, что это знаки внимания, а, в принципе... Это только пропаганда поможет. Так что, девочки, 40 килограмм – это не идеальный вес. Да, это но только если вы не метр сорок. Вот, если... У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Так технические данные приходят в норму, я это понял. А скажите, пожалуйста, а как с позиции нравственности? Вот она воспитывается у человека, который следит за собой? Вот этот вопрос. Спасибо большое. Ну, как всегда говорят, да, что спорт, он действительно воспитывает человека, особенно командный спорт. Но мы сегодня разговариваем не про такой спорт, как баскетбол, волейбол, да, мы разговариваем про
фитнес. Правильно? Да, мы говорим про фитнес и про его течение. Ну вот с точки зрения нравственности, воспитывает ли такой вид спорта человек? Мне кажется, этот спорт воспитывает прежде всего какую-то мотивацию к здоровому образу жизни. Я не знаю насчет нравственности. То есть нравственность, мне кажется, это такое понятие, которое не относится к спорту, оно относится к конкретному человеку и как его воспитывали его родители и окружающие. Поэтому, в принципе, когда человек общается в спортзале с людьми, которые увлечены своим делом, он видит, что как они живут, как они питаются, как они общаются, и в итоге, естественно, там происходит какое-то общение, развитие. Поэтому я могу сказать, что в спортзале человек однозначно становится лучше, он начинает стремиться к лучшему, он начинает хотеть большего, и он уже понимает, что ему нужно. Не знаю, каким образом это к нравственности относится, но я знаю, что однозначно человек становится лучше. Тем более все вот эти негативные привычки, которые были до занятий спортом, как алкоголь, курение, они в любом случае уходят. Становится сложно заниматься спортом, да, задыхаешься где-то, уже понимаешь, что это все идет зазря, и прекращать. Соответственно, это идет на пользу. Вот у меня вопрос: мы проговорили про худобу. Вот ожирение, да, то есть это действительно страшное заболевание, я бы сказала. Это, наверное, не просто течение времени, это заболевание. Вот в США, например, в ближайшее время введут в действие новую программу национальных грантов, направленных на борьбу с эпидемией ожирения среди малообеспеченных американцев. Да, нонсенс, но в Америке именно малообеспеченные люди питаются в фастфудах и, конечно, низкокачественными продуктами. У нас же, наоборот, расстраиваются как раз-таки сети продажи фастфудов. То есть, как это избегать? Это же запах, это же идешь, нюхаешь, хочется съесть. Вот когда человек сыт, то есть он, например, поел где-то, приготовил себе полезную еду, он не будет реагировать на эти запахи. То есть идешь по магазину и спокойно проходишь мимо, потому что знаешь, что тебе надо это и это. А если человек голодный, если он не получает регулярно те полезные вещества, которые ему нужны, естественно, он будет реагировать на любую вредную еду, потому что вредная еда, она нацелена на то, чтобы привлечь человека, потому что у нас нет процесса в организме регулирования центра вот этого насыщения вредной едой, потому что так мы питаемся 100 лет, а до этого 1000 лет человек приспособился к другому, как бы побольше наесться и подольше это все сохранить. То есть нам надо еще долго сейчас жить до того момента, как у нас организм начнет этому как-то сопротивляться. Сейчас этого нет, и поэтому мы немножко сейчас отстаем от США тем, что у нас мало информации по поводу вредных продуктов, а во-вторых, то, что у нас просто это выгодно, то есть человек, который поел в магазине вредную еду, он не насыщается, он насыщается на какое-то время. Через какое-то время еда это быстро рассасывается, обычно это уходит в жир, и человек снова хочет есть, потому что он же не получил полезной еды, которая у него пойдет в нужные органы. Он идет еще снова, снова ест вредную еду, снова не получает, и получается, что у него перебираются калории. Поэтому просто противостоять этому можно тем, что эта информация, это то, что человек будет сам себя готовить, кормить себя полезной едой, и тогда можете сами попробовать провести эксперимент, хорошенько поесть. Например, спокойно пройти мимо всевозможных пиццерий, да? Да, да. То есть это спокойно можно отварить себе, например, рыбу какую-нибудь. Даже можно ее будет в духовке приготовить и добавить туда овощей, каких хочется. Вот это все поесть и пойти в пиццерию. Я уверена, что кусок пиццы не захочется есть, потому что можно будет сравнить рыбу и с пиццей, и выберешь рыбу. Да, но огромный плюс, что в России процент страдающих ожирением небольшой, а вот в Америке 40%. Может быть, хорошо, что мы отстаем. Нам необходимо прерваться на выпуск новостей, после которого сразу вернемся. Всем еще раз здравствуйте. Напомню, что сегодня у нас в гостях персональный тренер фитнес-клуба «Актив», призерка областных чемпионатов по бодифитнесу Татьяна Горланова. И хотелось бы во второй части программы поговорить именно о спорте целенаправленно. Номер телефона для звонков радиослушателей 98-46-46. Также напомню вопрос для голосования. Считаете ли вы, что ваше тело готово к лету? Если да, 916-416. Если нет, 916-417. Звонок бесплатный. Таня, расскажи, пожалуйста, ты персональный тренер.
Да. Вот как тебя угораздило стать именно тренером? Не менеджером, не экономистом, а вот тренером. Ну, я просто в подростковом возрасте имела проблемы с фигурой, и меня один раз это завела судьба в тренажерный зал. И затянула. Я вообще по другой специальности работала, но потом я поняла, что мне надо сделать выбор, потому что мне надо заниматься тем, чем мне нравится. Я хочу идти на работу с радостью, поэтому как-то жизнь меня привела в эту стезю. Вот. Вот ты оказалась в фитнес-клубе «Актив». Да, то есть там для меня открылись вот возможности для развития. Там собралась группа профессионалов, которые хочет заниматься своим здоровьем, фитнесом, различными направлениями, и танцевальными, и силовыми направлениями, и лечебными различными направлениями. И в сумме вот общение и вот это развитие, оно привело к тому, что постоянно используясь различные виды деятельности в своих тренировках. То есть у нас настолько профессиональные инструктора там работают, что у них очень много всего можно подчерпнуть и делать симбиоз из различных тренировок, которые очень хорошо подходят для различных видов, типов телосложения людей и так далее. То есть если человек приходит, да, ему можно индивидуально подобрать программу тренировок, программу питания, чтобы она максимально хорошо на нем работала. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А здравствуйте. Как можно попасть в «Актив»? Вы не подскажете? Спасибо большое за вопрос. Вот, начали говорить про «Актив», и сразу появились заинтересованные радиослушатели. Как попасть в «Актив»? В «Актив» попасть очень просто, то есть достаточно прийти по адресу улица Нижнепионерская, дом 3. Это огромное пятиэтажное здание, мимо точно не пройдете. Вас встретит улыбчивая девушка на ресепшене, которая отправит вас в отдел продаж, где уже менеджер расскажет, какие направления и виды деятельности есть в нашем клубе, подберет по вашим конкретным интересам. То есть можно, начиная там, с 2,5 лет и заканчивая там, ну, возраст хорошим без, возрастом. Да, без ограничений, я бы так сказала, заниматься. Поэтому каждый человек там найдет для себя что-то полезное. Даже если у него нет проблем со здоровьем, нет проблем с фигурой, то он может просто наслаждаться какими-нибудь позитивными танцами, такими как восточные танцы, джаз-фанк, стрип-джаз и так далее. То есть любой человек может найти себе... Так засмущалась там. Татьяна, да. На слове стрип-джаз. Вот пока не дошли до менеджера, до вашего, давай немножечко расскажешь, что есть в «Активе», кроме тренажерного зала, потому что в основном все спортклубы воспринимают как тренажерка или качалка, как ее называют, да, вот среди необразованной молодежи. Да, ну, тренажерный зал, конечно, у нас это центр, все знают, что у нас есть тренажерный зал, но также у нас очень много танцевальных направлений. То есть любой человек может прийти с различной степенью подготовки и уже походив на различные занятия, выбрать то, что ему нравится. Например, он может, не покупая там какую-то целую карточку, он может взять разовый визит и сходить, попробовать на одно занятие, там, на восточный танец, потом на стрип-пластику, потом, например, на джаз-модерн, джаз-фанк и так далее. То есть выбирает уже по своим более, как это выразить, ну, что ему больше нравится. И после этого уже идет и занимается, как говорится, после работы разряжается. Вот. У нас очень сильная школа танцев, где очень много инструкторов, профессиональных танцоров, которые учат подростков танцевать и хип-хоп, и хаус, очень много направлений. То есть надо просто приходить, смотреть, вам покажут клуб, вам покажут все залы, вам покажут, что у нас есть не только, например, там какие-то действия, но есть еще что-то для красоты, то есть и салон красоты, и два вида саун, и спиннинг-студия, то есть все что угодно. Человек может с утра зайти в клуб и вечером выйти
полностью счастливый, красивый, похудевший, загорелый. И все с одной карточкой. Все с одной карточкой. Да, ну там много карточек у нас есть различных видов. То есть можно уже под себя подобрать конкретную. И это достаточно просто и бюджетно. То есть если люди думают, что это очень дорого, мы не пойдем, актив почему-то у нас воспринимается, что это очень дорогой клуб. Да, для мажоров, как раньше это говорили. Может быть, потому что он первый такой большой, такой целенаправленный на здоровье, с большим комплексом всевозможных упражнений, мероприятий, танцев и всего, да? Угу. И раньше он воспринимался как такое мажорное заведение. Да, на самом деле это все слухи, то есть если вы придете и посмотрите наш прайс-лист, вы поймете, что вы спокойно можете посещать клуб и получать 100% удовольствие от занятий спортом. Вот, поэтому я могу сказать, что просто не стесняйтесь, звоните, приходите, мы вам все покажем, расскажем. У нас очень приветливые инструктора, очень позитивная атмосфера в клубе, то есть у нас как домой все приходят, общаются, встречаются. У нас есть концерты периодически, которые проходят в клубе, там выступают очень много клиентов нашего клуба, которые показывают все те знания и умения, которые они приобрели за тот период, пока они занимаются. Все очень довольны, шьют костюмы, наряжаются, веселятся. Это надо просто видеть, потому что это не передашь словами. Это зажигает, это как-то расслабляет, и люди уже живут какой-то своей жизнью интересной. То есть, чтобы вот к вам попасть, да, не нужно каких-то знакомых, ничего такого не нужно, просто можно прийти и свободно сказать: «Я вот хочу попробовать, посоветуйте мне что-то». Да, и менеджер отдела продаж, он вам посоветует и направит туда, куда вам нужно. То есть если у вас есть какие-то травмы, если есть у вас какие-то проблемы со здоровьем, у нас есть врач, к которому можно записаться на определенное время, он вас проверит, процент жира вам посчитает, вашу выносливость, и уже посоветует какие-то определенные занятия, на которые вы можете ходить. Вот, поэтому могу сказать, что недовольных людей... Я мало помню, то есть не было практически такого. Все довольны и счастливы, и ходят заниматься, радуются жизни. Ну, давайте теперь перенесемся именно в тренажерный зал, так как ты персональный тренер все-таки там являешься, да? Бывало такое, что подходят и говорят: вот помоги, вот напиши мне, что есть, напиши мне, что пить, напиши мне, куда пойти, куда податься. Ты же как персональный тренер, ты вот ходишь, наверное, за ними, за всеми. Я могу так сказать, то есть есть такие люди, которые вот утром проснулись, и они решили, что им срочно надо похудеть, или там поправиться, или еще что-то, приходят и говорят: мы будем все делать, мы будем все, как бы, это без проблем, можно все написать, все посчитать. Самая главная проблема в том, что человек, он не понимает, что ему все это придется делать, то есть что придется так есть, что придется так пить, и когда я вижу, что, например, он там говорил, что я все буду делать, а потом ничего не делает. Ну, человек не меняется. Он говорит: я все делаю так, но у меня ничего не происходит с моим организмом. Ну, 100% или себе врет, или мне. Потому что как бы не бывает такого, что человек не меняется после того, как ему распишешь, то есть что ему надо делать. Поэтому, ну, конкретно не хожу за каждым человеком там и не говорю ему: вот. Ну, я спрашиваю, интересуюсь, какие успехи, какие результаты, и периодически можно выявить причину. Иногда бывает, что человек не худеет просто потому, что у него какие-то гормональные проблемы, ему надо к эндокринологу сначала идти, вот, чтобы он ему убрал эти проблемы, и после этого уже в тренажерный зал направлять. Бывают такие, которые что бы ни делали, они не худеют, как бы правильно они не питались, поэтому это просто сначала к эндокринологу, потом уже в тренажерный зал. А не бывало такого, что отругаешься? Вот что же ты, мы же с тобой разговаривали, мы же с тобой писали, мы же занимались, но почему ты вот это все отпустил? Не ругаешься? Бывает, ругаюсь очень. Не то, что я ругаюсь, я могу сказать так, что человеку будет стыдно без ругани. Вот. Очень часто я ВКонтакте выговоры выписываю всем. Вот. То есть он меня найдет, я всем напишу, что вы лентяи, ничего не делаете, ленитесь, вообще не приходите, как так можно. То есть меня раздражает, когда люди, например, если приходят за помощью, просят совет, а потом это не делают. Я, конечно, понимаю, что бывает
бывают разные как бы ситуации, но в основном просто из-за лени. Ленится и все. То есть... Вот лень, она вообще такой двигатель, непонятно в какую сторону, точнее, наоборот, тормоз прогресса. Ну, да. Не стесняются парни, приходящие в тренажерный зал, да, для приобретения мышечной массы, обращаться к девушке за помощью? Ну, сейчас уже стало получше. То есть раньше они как-то меня не воспринимали за тренера. Большинство сейчас уже как-то то ли информации стало больше, то ли что, но уже обращаются без проблем. То есть я тренирую нескольких там парней, они хорошо себя чувствуют, получают нужные результаты. Поэтому, ну, вообще люблю, конечно, больше с девушками работать, потому что больше понимаю физиологию, анатомию и знаю, как достичь того или другого результата. Вот. И когда девушки думают о том, что тренажерный зал только для мужчин, это неправильно. На самом деле сочетание силовых и аэробных тренировок дает максимальные эффекты. И плюс, если еще правильное питание, то человек через год просто, ну, меняется на глазах, и уже никто не помнит, как он выглядел до. Я все возвращаюсь к вопросу, который был задан, да, предыдущим нашим радиослушателям по поводу интеллектуального развития. Позанимался, домой пришел, книжку почитал, по-моему, абсолютно нормально, да, и время с пользой проведено, и здоровье поправлено. Ну, мне кажется, что, я не знаю, насчет книжку почитал, можно разные книжки читать, что интеллектуальное развитие, оно в большинстве случаев происходит во время общения с другим человеком, если он что-то скажет, посоветует или еще что-то. Если просто читать все подряд книжки, можно стать умным, но не мудрым. Я считаю, что первое должно быть какая-то мудрость в человеке, а потом уже умность. Вот, можно быть очень умным, но при этом абсолютно никто не захочет с тобой общаться. Вот у меня есть такой вопрос. Ты призерка областных чемпионатов по бодифитнесу, да, вот уже перешли так плавно с актива на тебя. Был актив вот твоим таким, такой площадкой, с которой ты начинала и именно вот бодифитнесом начала заниматься? Вообще, что это такое бодифитнес? Бодифитнес? Расскажи. Вот сейчас очень популярная становится номинация такая, как бикини. Там девушки, ну, такие очень женственные, очень все подтянутые. Когда я начинала заниматься, такой номинации вообще не было. То есть был бодифитнес, и там надо побольше мышц, поменьше жира. Вот. Актив был моей платформой, да, то есть общение с людьми, которые меня как-то мотивировали, плюс то, что постоянно куда-то мы ездили на семинары, плюс потом у меня очень много спортсменов знакомых и в Самаре, и, ну, во всех городах, с которыми постоянно общаешься, оно как-то это все мотивирует. Когда ты постоянно в этом варишься, то вокруг тебя люди становятся, ну, тоже такими же, как и ты. То есть у нас, например, весь персонал, он очень следит за своим питанием. То есть если в других там организациях приходят, ходишь, может, чай с плюшками кто-то есть, то у нас все пьют имбирный чай, жуют огурцы, зелень и просто считают калории. Хруст по всему активу, да, ставит. Да, да, да. То есть, ну, вообще, конечно, могут что-то такое съесть, но они, когда я иду, обычно прячьте, Таня идет, прячьте всю еду, мы ничего не едим. Ругаешься, да, сразу? Ну, я не то, что ругаюсь, наверное, смотрю как-то так по-особенному, что... Сразу есть не хочется, кусок в горло не лезет, огурец сразу. Да, огурец хватает просто и начинает жевать. Ну вот ты участвовал, ты вспомнишь первое свое участие вот на чемпионатах такого рода по бодифитнесу? Ну, вообще, это были областные номинации, соревнования. В какой номинации ты участвовала? Вот это бодифитнес называется, ага. Номинация. Вот. Это были областные соревнования, там Поволжский федеральный округ, и, ну, девчонок тогда было не очень много, которые этим занимаются. Вообще сейчас даже в этой номинации немного девчонок, потому что все хотят... Вот я тоже хотела сказать, вроде как бодибилдинг, как привыкли его, ну, я вот воспринимать, он в основном для мужчин. Ну, накачанный, красивый мужчина в масле, да? Вот это вот отдельное, конечно, там. А девушка все-таки перекачанная, она немножечко по-другому смотрится. Вот я говорю перекачанная, потому что я не встречала их в действительности, в реале. Вот расскажи, на самом деле они такие вот большие? Нет, на самом деле сцена и фотографии, и вот эти вот грим, он дает килограмм, наверное, 10 сразу в объеме прибавляет. Кажется, что это огромные люди, а на самом деле эти девушки достаточно миниатюрные, и когда они
не находятся, например, на сушке, а находятся на массе, они... Что даже... такое сушка? Вот сушка? Ты уже какой раз говоришь, находится на сушке. Я была на сушке, на 15 килограмм похудела. Думаю, что ж такое сушка-то? Сушка – это когда ты пытаешься полностью избавиться от жировой ткани. Ну, там процентов 10 оставить, остальное как бы у тебя уже отсутствует. Вот. То есть полностью показать мышцы, которые находятся под жиром. Это же не всегда можно в таком состоянии ходить. Находишься в нем в период предсоревновательной подготовки. Потом, когда соревнования заканчиваются, ты так же, как обычные люди, просто набираешься тот естественный жировой запас, который должен быть у любой девушки, потому что, ну, вообще у любого человека, потому что он нужен просто любому человеку, без него невозможно. Но он должен быть в определенном количестве. То есть у женщин это где-то нормальный 15-16% от жировой, ну, вернее, от общей массы тела. У мужчин это 8-10 максимум. То есть если сейчас там 25-30 это уже часто встречается, то на самом деле вот такие показатели. Но 20 это еще, ну, так, более-менее. Просто немногие, наверное, сейчас понимают, как этот процент жира можно определить. Вот сидит себе человек сейчас на работе с плюшкой, застыл и думает, сколько же во мне процентов жира? Как это определить, по весу или по... Ну, приблизительно по защипам, то есть задняя поверхность руки защипывается, если там много можно защипнуть, то, скорее всего, процент жира достаточно большой. Потом жировая складка на животе по вертикальной полосе вдоль пупка, это все защипывается. Потом это защипывается чуть-чуть ниже подмышки, то есть сколько там сантиметров, и на бедре. Потом есть специальные формулы, где это все высчитывается и приблизительно определяется. Но если вы уже можете защипнуть, да, то значит на вас уже жира достаточно. Это раз. Во-вторых, если вы, ну, если на вас мало жира, то у вас будет приблизительно защип, как вот на тыльной стороне ладони. То есть вы себя можете потрогать на тыльной стороне ладони и понять, какой у вас должен быть процент жира в организме, чтобы... чтобы быть достаточно стройной и потянутой. Вот. Так что, в принципе, сейчас достаточно много таких помощи спортсмену, например, если он сидит на диете, чтобы витаминов, спортивного питания, которое помогает ему держаться в тонусе. То есть, ну, невозможно очень жестко все время сидеть на диете и не радовать себя никакими там изысками. Но в данном случае, вот, например, я использую очень часто спортивное питание, которое, из которого, в принципе, я его и так пью, и готовлю с ним всякие торты и запеканки. То есть мы просто собираемся иногда с работой с девчонками. На эту субботу мы запланировали, что мы будем делать... пиццу, да? Не пиццу, мы в прошлый делали протеиновый торт, а в этот раз мы будем заливать желатином, тоже там протеиновые коржи, замораживать в холодильнике, это очень вкусно, и как бы вечером мы пьем чай и едим эти вещи, и просто понимаем, что мы можем это есть, и нам за это ничего не будет. А бытует такое мнение, что всякие добавки, которые употребляют спортсмены, они вредные вот для наращивания мышечной массы, вот мужчины в основном. Но это просто на самом деле миф, потому что спортивное питание – это просто еда, которую вот как в детстве детям кормят смесями, то же самое взрослых кормят взрослыми смесями для того, чтобы просто помочь организму восстанавливаться после силовых тренировок. То есть если вы съедите курицу, она у вас будет 4 часа бултыхаться в желудке, пока она там переваривается. А если вы выпьете протеин, то вы просто в течение полчаса восполните все... там какие-то ресурсы свои мышечные, и уже будете чувствовать себя бодро и через часок нормально поедите. То есть это, в принципе, просто еда, которая быстро усваивается и которую вы получаете быстро, ну, как... доступным способом. Да, доступным способом. Выпили, это при том вкусно, сейчас это научились делать очень вкусные добавки, плюс витамины, плюс, ну, там очень большая сетка, то есть можно и омега-3 жиры купить, и для суставов различные крепители. То есть люди, когда узнают, что это все помогает, что это можно пить, да, что это вот не надо бежать никуда в аптеку, притом это доступно, там, предположим, по деньгам, так удивляются и начинают как бы это регулярно пить. То есть у меня один недавно знакомый, он предтренировочный комплекс до этого никогда не пил, а сейчас он ходит и всем рассказывает, как ему хорошо, как ему великолепно, как он себя бодро чувствует, и всем его просто
рекламирует. То есть он до этого не знал и был противником жестким, а сейчас он просто понимает, что ему это очень нужно и что ему это очень помогает в его тренировках. Он получает лучший результат. Ну, то есть там и витамины есть, и все, ну, да. все, что нужно для организма, и не наносит никакого удара, по сути, по внутренним органам. Нет. У меня, конечно, были знакомые, которые там за 2 недели съедали банку протеина, но это то же самое, что, например, вы съедите 5 килограмм куриных грудок за неделю. То есть просто не надо ни с чем перебарщивать. Вот, поэтому во всем должна быть мера, то есть, как говорят в пословице, в капле лекарства, в ложке яд, поэтому можно наесться чего угодно, и можно той же капусты наесться, и заворотком кишок тебя в больницу увезут, поэтому просто надо все дозированно делать. Ну вот ты все расскажешь, да, если к тебе придут в Актив, обратятся, скажут, нам Татьяна, она так хорошо рассказывала на Эхо Москвы, и пускай она нам пропишет протеиновые коктейли. То есть, ну, вполне возможно к тебе обратиться, и ты даже не вполне возможно, а так и нужно подойти и обратиться. Да, то есть, в принципе, я могу даже без спорта составлять различные виды питания для людей, чтобы они худели. Конечно, без спорта это будет сложнее, потому что человек худеет, ему надо подтягивать его ткани. Спорт помогает это сделать быстрее, то есть чтобы ничего не обвисало. Вот. Ну, в принципе, если нет таких проблем больших, то можно, в принципе, и на диете иногда посидеть. То есть это все тоже доступно и можно... Еще раз напомни, где у нас находится фитнес-клуб «Актив» и в какие часы можно прийти к вам и по какому номеру до вас дозвониться, чтобы всю подробную информацию узнать. У нас осталось буквально минута до окончания программы. Фитнес-клуб «Актив» находится по адресу улицы Нижнепионерская, дом 3. Вы можете позвонить туда по телефону 33-10-02 и 33-10-22. Также у нас недавно открылся спортивный магазин «Арнольд», где вы можете приобрести все необходимые спортивные добавки для набора мышечной массы, для похудения, для блокировки аппетита, для суставов. Сразу все, не отходя от «Актива», приобрести и начать свою новую жизнь. Вопрос для голосования, который у нас звучал ранее. Считаете ли вы, что ваше тело готово к лету? У нас 25% не считает, что 25% считают, что тело готово к лету, 75% считают, что нет. Все-таки честных людей у нас гораздо больше. Ну, тем, кто считает, что тело не готово, добро пожаловать в «Актив». Напомню, что у нас сегодня в гостях был персональный тренер фитнес-клуба «Актив», призерка областных чемпионатов по бодифитнесу. Мы выяснили, что это такое. Татьяна Горланова. Запись программы вы можете услышать в нашей официальной группе ВКонтакте и в Одноклассниках, а также на нашем сайте echosizrany.ru. Спасибо большое, Татьяна.